Я продолжаю держать вас в курсе новинок, так что подписывайтесь, чтобы вовремя их получать. Кстати, не забывайте подписываться еще в нашу группу Facebook «Турецкие сериалы». Ссылка в описании под видео. Сериал «Ты полюбишь». События будут разворачиваться вокруг молодой девушки по имени Асия. Она живет совершенно простой жизнью. Героиня сериала работает продавцом в торговом центре. Девушка обладает амбициозным характером. Она всегда мечтала о том, чтобы получить высшее образование, затем устроиться на работу по профессии и получать хорошую заработную плату за свой труд, а также развиваться по карьерной лестнице. А самое главное, ей хотелось бы быть независимой. Однажды Асия совершенно случайно попала на съемки кинематографического проекта, где снимали романтическую комедию. Неожиданно на героиню обратил внимание главный режиссер. Он пригласил Асию сыграть главную роль в его фильме. Девушка не была готова к такому резкому повороту событий, но понимает, что для нее это большой шанс, и соглашается. Талга становится ее партнером, и он был очень успешным и популярным актером. На данный момент его карьера вовсю процветает, и остается не так много времени, как он взберется на вершину славы. У него не было отбоя от поклонниц, и Талга довольно избалован таким вниманием. Помимо этого, он непостоянен и всегда стремится к переменам в своей жизни. Героев сериала свела сама судьба, но изначально между ними не заладились отношения, и Талга высокомерно относился к Асье. Он придирался к ней по каждому лишнему поводу, постоянно был недоволен ее работой на съемочной площадке. Но и Асья не была такой простой. Она уверенно дает отпор всем замечаниям со стороны Талги. В результате это еще больше отражается на их взаимоотношениях. Но Асия отстаивает себя до победного конца. Талга совсем не был привыкшим к такому поведению со стороны женщин и понимает, что ему придется смириться. Что ж, на этом все. Выбирайте, смотреть или не смотреть сериал. Решать только вам. А если заинтересовал вас этот сериал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне это очень важно знать. До скорой встречи с новым видео!